Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Антон Павлинов, проект Foodhacker. И сегодня мы с вами будем изучать два суперэффектных фристайл-трюка, на которые меня чаще всего просят сделать обучение. И в этот раз, ребят, я не скажу слова, которые вы привыкли от меня слышать. Изи! Супер легких, очень простым, очень легких, прям реально легко. И поэтому вы можете сказать себе следующее. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать. В общем, ребят, я вас верю, тем более, что сегодняшние трюки реально того стоят. Ну а теперь можно начинать. Погнали! И первый трюк на сегодня называется Magic Spin, что переводится как «магическое вращение». Но на самом деле здесь нет никакого волшебства, а лишь пару хитрых касаний мяча. Итак, приступим. Первое подводящее упражнение. Ставим нашу рабочую ногу на пятку. Я правша, ребят, поэтому я показываю на правой ноге. Сначала с рук кидаем мяч на мысок опорной ноги так, чтобы он отпружинил и подлетел вверх. А для того, чтобы он хорошо отскочил, необходимо напрячь стопу и потянуть на себя мысок в момент касания с мячом. Сделайте так 10 раз подряд. Второй шаг. Мы должны сделать тот же самый элемент, только чтобы мяч отлетал уже не вверх, а в сторону. Для этого нужно просто сместить точку приема мяча на край мыска и бить по нему большим пальцем ноги. Третий шаг. Самый важный. Здесь мы делаем второе касание, подкручивая мяч. Для этого необходимо второй ногой сделать движение вперед так, чтобы отскочивший мяч в сторону врезался в большой палец. В итоге, за счет столкновения мяч полетит вверх, а за счет движения ноги вперед он начнет вращаться. Вот и весь секрет. Опять же, ребят, это довольно тонкий момент, и вряд ли у вас получится сделать его с первой попытки. Вы начнете попадать в нужные точки только после множества попыток на тренировках. Друзья, напоминаю, что свои удачные попытки вы можете загружать в свой Instagram, поставив хэштег Foodhacker и отметив мой профиль, я обязательно посмотрю, и на качественное исполнение я всегда ставлю лайк. А вы, в свою очередь, можете поставить лайк под этим видео, ну и, конечно, подписаться на канал, если вдруг этого еще не сделали. Двигаемся дальше. Второй трюк на сегодня называется рейк, и выглядит он следующим образом. Это очень красивый элемент, который не требует от вас скорости ног. Здесь важна только техника. Итак, что мы должны освоить на первом этапе? Нам необходимо правильно подбить мяч себе за спину. И тут мы уже остановимся поподробнее. Во-первых, с чеканки мы отправляем мяч в сторону. Во-вторых, сам подбив осуществляется внешней поверхностью стопы. В-третьих, мы разворачиваем наше тело на 90 градусов. Таким образом, мы осваиваем правильную технику захода на трюк. Окей. Дальше нам остается принять мяч рабочей ногой у себя за спиной и вытащить его вперед. Для этого мы заводим обязательно прямую ногу назад и пытаемся принять мяч на самый центр стопы. А чтобы выполнить этот шаг, необходимо уметь уверенно держать мяч на ноге. Если у вас с этим проблемы, ребят, обязательно уделите время развитию футстола. Это самый базовый и важный элемент, который должен уметь каждый. Ну а если ты его делаешь на изи, двигаемся дальше. Окей, приняли мяч на стопу и в тот же самый момент начинаем движение ноги вперед, чтобы мяч по инерции остался на ней. Скорее всего, поначалу, ребят, мяч будет скатываться с вашей ступни. Все потому, что вы не будете попадать в самый его центр. Мы должны толкать мяч голенью в самую середину, чуть левее или правее от центральной линии, и элемент у вас не получится. После этого вы можете продолжить чеканить мяч, или оставить его на футстоле, или же отправить высоко вверх. Окей, друзья, и на этом все. Я надеюсь, этот ролик был полезным для вас. Если это так, обязательно поставь лайк. В этот раз нужно пробить планочку в 5000 лайков. И еще раз, ребят, сегодня были не самые простые трюки, но они точно стоят того, чтобы постараться на тренировке. Я очень надеюсь, что вы их сделаете, и с нетерпением буду ждать ваши удачные попытки в Инстаграме. Ну и как всегда, конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать самые годные видео о футбольных трюках. До скорого! And I eat the fruit.